Мысль о свободном ношении и даже применении для самозащиты огнестрельного оружия в России озвучивалась в последние десятилетия неоднократно. В пример приводится опыт Соединенных Штатов, где подобная практика существует со времен освоения европейцами американского континента. Однако наш менталитет существенно отличается от нравов первопроходцев Дикого Запада. Потому первая реакция большинства россиян на сообщение прессы о разрешении носить оружие была с легкой долей испуга, как оказалось, необоснованного. Ничего, но в этом вопросе нет. То есть все вот по той схеме, которая, в принципе, существует уже не первый год. В июле закон об оружии был даже ужесточен, увеличен возрастной порог для его владельцев с 18 до 21 года. Новые поправки, законодательство утверждают сотрудники полиции, носят технический, уточняющий характер. Увеличен объем перевозимых патронов без специальных разрешений. Соответственно, ранее было 5 единиц оружия и до 400 штук патронов можно было возить без разрешения. Сейчас количество патронов увеличено до 1000 штук. Граждане могут возить свободно. И в постановление правительства внесены, скажем так, формулировки по поводу того, как граждане должны обеспечить сохранность оружия по месту жительства. В целом государство не ослабило контроль за ношением оружия, а упорядочило. Виктор Кузнецов, Ольга Красулина, «Панорама Севера».